Все, пошла, пошла, пошла. Давай. Есть такие семьи, где парень держит девушку на поводке. Не в прямом смысле, да, она как бы выглядит свободно, но он ее никуда не пускает, контролирует, там, ревнует, все, следит за ней постоянно. И вот именно об этом пойдет видео. Сидеть, сидеть. Мы посмотрим реакцию общества, как люди отреагируют на девушку, которая реально на поводке, на улице, рядом с парнем. Какая будет реакция? И поговорим в метафорическом, карикатурном смысле о том, как бывает в таких семьях. Поймите это видео правильно, но в любом случае каждый поймет, как сможет. Подпишитесь на канал. Поехали. Все, сидеть. Да. Все, брат, ну, давай. Все, ладно, пошла, пошла. Сидеть, сидеть. Да, братан, да я жду тебя у метро, давай. Все, пошла. Ты король мира, ты мужчина. А это уже говорит о том, что ты можешь делать все, что хочешь. Женщин создали для того, чтобы ты мог ими владеть. У тебя может быть кошелек, телефон, машина, женщина. Это все твои игрушки, твои любимые вещи. У женщины не те права, что у тебя. Ведь так было издавна. Ты добытчик, а значит, ты хозяин. Ты наслышан, что женщина всегда была человеком второго сорта. Ну а раз так принято, то как же можно нарушать законы древности и средневековья? Ведь новое всегда так страшно и выводит из зоны комфорта. Ты вырос в семье, где тебя не любили родители. Мама совсем не хотела тебя слушать. 2 секунды, собачка, посмотрите, ладно, я просто могу. Там 2 секунды. Возможно, иногда била или оскорбляла. Именно тогда у тебя сформировалась обида на всех женщин. Возможно, родители были авторитарными деспотами и подавляли твою волю. Возможно, у тебя было так мало своих игрушек, что на каждую ты заявлял права и следил, чтобы никто без спроса не брал твою. Запреты, контроль, нарушение личных границ и личного пространства с детства. Теперь ты тоже так хорош в этом. Ну что ж, я тебя обрадую. У меня для тебя есть идеальный план. И там будет жертва. Один раз это упустил, она, блин, это изменила с другом. Я ее теперь четко на поводке. Все, пошла, пошла. Да, все, спасибо, ладно. Все. Где метро, не знаете? Вот метро. Туда, все, пошла. Все, спасибо большое. Все, пошла. Все, пойдем. Изменяла. Знаете, где метро? Метро в какой стороне, не знаете? Там, да? Все. Послушай свою душу. У тебя столько злобы, ведь тебе нужен кто-то, на кого ее можно выпускать. Но делать это в открытую нельзя. Ведь тогда ты будешь опасен и никому не нужен. Для начала тебе нужно мимикрировать под хорошего парня. Притвориться заботливым джентльменом. Найди девушку, которая сразу почувствует твою щедрость и великодушие. Постарайся задарить ее подарками, дать ей чрезмерную заботу, чтобы у нее было ощущение, что ты у нее в долгу. С самого начала отношений активно зови ее замуж, дай ей то, что она хочет. Покажи, какой ты ответственный и как серьезно настроен. Притворись тем, кого она хочет видеть. Если у тебя были бывшие, которые ушли от тебя, посчитав тебя собственником и тираном, то дай понять, что это именно они были ужасны. Расскажи ей, каких нечистых людей тебе подкинула судьба. Тебе, такому прекрасному человеку. И тогда она сравнит и поймет, что она другая. Что это все те были плохие, а теперь ты нашел самую чистую, единственную и неповторимую. Все, давай, я ее оставлю у магазина, встретимся. Давай. Все, сидеть. Да, братан, давай. Посмотрите, пожалуйста, собачку.
Ревнует, значит, любит. Еще бабушка говорила об этом. А разве бабушка может ошибаться? Любящий парень должен держать свою девушку в узде. Она должна знать свое место. Поэтому постарайся все контролировать. Помнишь? Ты же мужчина. Бери на себя право решать, какой она должна быть, чтобы потихоньку начала понимать. Она твоя собственность. Она почувствует, что у тебя на поводке, но объясни ей, что это просто проявление страха потери близкого человека. Ведь ее точка зрения, не совпадающая с твоей, риск того, что она оступится и навредит себе и вашим отношениям. Постоянно звони ей, узнавай, кто рядом с ней. В лучшем случае пусть спрашивает разрешение. Отбирай ключи, установи приложение, которое поможет все контролировать. Если она ведет себя странно, найди человека, который будет следить за ней и передавать тебе всю информацию о ее встречах и передвижениях. Все, пошли! Оп, пошла! Давай! Пошли! Сидеть! Стоп, стоять! Да, братан, да я жду тебя вот здесь, рядышком. Да, управа жду. А что за адрес, знаешь? Давай, управа, жду тебя. Это просто плохой сон. Не обращай внимания, братан. Все, пойдем. Алло, да? А? Can I ask you? Can I ask you? Да, yes. Why do this? For your girlfriend. It's my girlfriend. My girlfriend. Fuck my. Yesterday. Русский я знаю. Русский. Говори русский говори. Моя девушка, жена, трахалась с другом, изменяла. Руку держи. Руку держи. Это в чем? Наказание. Ну так не наказание. Не надо? Нет. А как надо? Мой совет тебе как брат. Как? Руку. А так, типа, лучше? Это человек, она твоя девушка, твоя любовь. Ладно, больше не будешь так делать? Все, ладно, давай, снимай. Все, давай, держи. Все, снимай. Все, пойдем. Давай. Сейчас пойдем, я тебе помогу. Давай. Все. Ладно, спасибо большое. Хороший совет. Я что-то не подумал об этом. Спасибо. Все, давай. Все проверяй, никакого доверия, ведь она только и думает о том, чтобы тебе изменить, а это недопустимо. Заставляй ее признаваться в своих грехах, даже если отрицает это, надави. Угрозы, оскорбления, может даже побои. У тебя всегда остается козырь в рукаве. Это все ложь, если она говорит, что ты не даешь ей развиваться как личность, формировать круг общения, подниматься по карьерной лестнице. Ты же знаешь, что для счастья ей не нужны и другие люди. Как только она может посметь подумать, что кто-то еще может ей дать что-то лучше, чем ты. Ведь ты лучший во всем. Ты и есть ее мир. Сидеть! Да. А метро не знаете где? А, вот рядышком, спасибо. Все, пошла! Сейчас, давай, я вот там. Все, сидеть. Братан, я тебя не вижу, да. Сидеть. Заходите, пожалуйста, чтобы не уползла. Там он... Привезу воду. А, все, я просто... Да нам не дали. Пытается. Пойдем. Так, давай, не отставай. Так, куда ехать? Естественно, так как она женщина, у нее будет многое не получаться. Давай негативную оценку ее действиям. Скажи, что она ужасно поет, плохо рисует. Останавливай ее творческие порывы.
Если у нее есть идеи, от которых растут крылья, обруби их. Пусть знает свое место и не думает подниматься ни на сантиметр выше тебя. Естественно, так как она женщина, в отношениях должны быть двойные стандарты. То, что разрешено тебе, запрещено ей. В конце концов, ты полигамен, а она так однообразна и скучна за этой кухонной плитой. Ударь кулаком по столу или не по столу. Помни, что во всех неудачах всегда виновата только она. Ты идеален, ведь ты не можешь ошибиться или поступить не так. Ведь ты знаешь все об этом мире, а она напоминает большую ошибку, до которой снизошел такой прекрасный человек, как ты. Но будь таким только при ней. При посторонних людях постарайся по-прежнему выглядеть хорошим, вежливым парнем. Придерживай дверь другим девушкам, помогай нести тяжелые сумки, будь кавалером. Пусть все вокруг восхищаются тобой и тешат твое эго. Леска распутана, наживка надета. Давай, я тебя тут жду. Все, я тут оставлю. Все, здесь. Я ее оставил тут. Блять, опять сбежался. Пойдем, 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 пойдем. Все, тихо. И не переживай, даже если ты овца в обществе, с друзьями, на работе, дома ты лев. Они не узнают, какой ты на самом деле. Ты защищен, ведь насилие всегда живет только в закрытых семейных системах. Вот тебе и план действий, мой повзрослевший физически маленький друг. А те, кто говорит, что ты неуверенный в себе, обиженный мальчик, пытающийся самоутвердиться за счет другого человека и боящийся, что мнение общества о его слабости уничтожит маленькое дрожащее эго, просто ничего не понимающие куколды. И, наверное, в глубине души завидуют тебе. Ведь ты хозяин этой земли. Ну, даже если нет, то уж точно хозяин своей женщины, которую ты можешь держать на поводке, как единственную игрушку, которая у тебя осталась. И как последний шанс для самого себя самоутвердиться, что ты все-таки мужчина, что ты самостоятельный, сильный, независимый человек. Почему так делают мужчины? Скорее всего, это страх показаться слабее женщины, получить удар по самолюбию, самооценке, как-то попробовать за счет другого человека свое эго потешить. Но по-настоящему сильная личность никогда в жизни не будет самоутверждаться за счет другого человека. Поэтому будьте сильными людьми. Поступайте не из эго. Делайте все, потому что вы так хотите, а не реагируйте на общество, которое требует, чтобы вы были таким или таким или таким. Пускай все будет из любви в первую очередь, и тогда и к вам тоже будут относиться из любви. Спасибо за просмотр этого ролика. Напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему, и обязательно расскажите о случаях, которые вы встречали в жизни, где вот такие были пары. Бывает ли такое, или мне так кажется? Насколько я знаю, такое бывает. Подпишитесь на канал обязательно, это очень поможет продвижению, это правда важно, я старался делать для вас ролик, вот сейчас холодно, стою записываю. Текст весь тоже сам писал, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр, пока.
А, ты имеешь в виду так придушить. Угу. То есть, если его зацепить вот так надо, если кто-нибудь потянет, то, ну, неприятно может быть. Потому что я не знаю, как бы адекватно, кто-то неадекватно. Саня, все сзади, нормально. Короче, лучше погуливать на траве, у меня круче в крови уже. Серьезно? Реакция людей неоднозначная, особенно с самокатом. Но я хочу сказать, что все в шоке. Вот. Но никто не замечает, что каждый день много девушек абсолютно по таким же гнетам мужчин находятся. Но на это никто не смотрит. Все привыкли, типа это нормально, а это нифига не нормально. Надо на камеру звуком записать, короче, я говорю, что, допустим, кто бегать не хочет, это я с ним прикалываюсь, да? Угу. Хорошо мотивирует, реально. Да? Не, серьезно, лайфхак. А. Я не шучу, серьезно. Мотивирует прям. Бежать? Да. Потому что? Не, серьезно. Просто собачья жизнь. Нет, просто, допустим, вот человек бежит, он же может остановиться, а здесь уже нельзя остановиться. Да, а еще за машиной, если прибежать, да, и не предупредить, то вообще такой спорт будет. Устала? Уже нет, все, я. Слушай, надо так иногда, видишь, заниматься, как-то прокачиваться, ага. Как-то что-то... Классно. Я делаю стационарные упражнения, которые не влияют особенно на выносливость, пусть я курю. Да, курить плохо. Вот, будете курить, да. Если будете курить, будете, да, задыхаться, будет. Когда за самокатом бежите на поводке. Поэтому не курите, это очень важно. А может, какие-то идеи есть, пишите, ссылочка на Настюшку в описании, если что. Спасибо за просмотр, пока.